как российский футболист выбил зубы игроку Аяча. Дмитрий Ананка был заметной фигурой в «Спартаке» Романцева. Мало кто помнит, что у него был короткий вояж во Францию. В 2002 году Дмитрий перешел в Аяча. Игрока из России сразу начали проверять на тренировке. Один партнер из Уругвая махнул локтем. Ананка принял правила игры и в следующем стыке ударил в ответ уругвайца так, что сломал ему зубы. Неудивительно, что Дмитрий надолго во Франции не задержался и уже в следующем сезоне вернулся в Россию.